Здорово, покажу тебе читерскую, не очень сложную, но при этом недоступную для большинства позицию. В основном воспользоваться смогут владельцы танка ВТ-1.2, занимать вот такие читерские позиции, которые никогда никем не просматриваются, и ты можешь совершенно безнаказанно уничтожать всю вражескую команду, потому что ты просматриваешь оба респа, и сюда никогда никто не смотрит, и ты еще можешь спрятаться. Там есть такая ложбинка, я сейчас все покажу, объясню, так что прожимай лайк, а мы начинаем. Смотри, едем по южной части, проезжаем точку S, это вот линия G, заезжаем на такое плато. Сюда может заехать абсолютно любой танк, ну, примерно 25-30 лошадиных сил. XM-ка, CV-шка, лёпики сюда заезжают прям вот будь здоров. Если что-то советское, то, наверное, не все заедет, но там надо тестить. Смотри, разворачиваемся и едем опять обратно по плато. Красная зона, она где-то посередине находится, поэтому заезжаем в последний момент. Проезжаем вот этот трактор и заезжаем возле рыжего пятна на эту гору. Почему здесь? Потому что дальше танк начнет скатываться. Не знаю почему, но это так. Нужно заезжать именно вот таким образом. Зажимаешь D, разворачиваешь танк на 180 градусов, и мы уже почти приехали. То есть мы на полпути. Прыгаем на плато, и в последнюю секунду ты оказываешься в белой зоне. Собственно, отсюда ты можешь вести обстрел всего, что движется во вражеской команде. При этом ты имеешь шанс вот так вот спрятаться, то есть отъехать, подождать какое-то время, выстрелить. Я не считаю это багаюзом, потому что дорога открыта, мой танк позволяет мне туда проехать, я нахожусь в белой зоне, когда веду огонь, нарушений в данном случае никаких не было. Ну а если вы хотите увидеть какие-то другие интересные позиции, то пишите в комментариях, ставьте лайки, ну и до новых встреч, пока-пока!